Всем привет еще раз. Еще одна распаковочка, еще одного такого чудесного пакетика. Значит, что здесь у нас находится, мы сейчас посмотрим. Открываем это все. Здесь у нас все пусто. Значит, ребята, что это такое? Это у нас, увеличительные стекла. Они сделаны под, как бы, под кредитные карточки. То есть для чего это нужно? Обязательно, как бы, если у кого-то родители, бабушки пожилые, да, которые не очень хорошо видят, купите вот такой наборчик, он состоит из 10 вот таких вот увеличительных стеколок, которые вы можете совершенно спокойно положить там в кошелечек своему там любимому человеку, там или бабушке, или дедушке. В общем, суть в чем, что если, допустим, человек там забыл очки какие-то или что-то еще, то он всегда может, достав вот такую штуку, видите, как он увеличивает, посмотреть все, что, ну, то есть вот так вот работает увеличительное стекло, причем оно совершенно не занимает никакого места. И это я вам сейчас, это увеличительное стекло даже не доставал из пленки, на самом деле оно еще здесь в защитной пленочке. То есть когда мы эту защитную пленочку снимем, то, соответственно, увеличение, то есть качество увеличения у него будет еще лучше. Поэтому, если есть желание, вот такой вот набор, 10 штук, опять же повторяю, 10, он стоит в районе, по-моему, 100 рублей. То есть каждая вот такая пластиночка стоит 10 рублей. Вы можете отдать маме, бабушке, там, дедушке, потому что иногда, допустим, в тех же самых магазинах все написано достаточно мелко. С этой штучкой замечательно, занимает места мало, стоит 3 копейки, и все можно увидеть и увеличить. Кому понравилось, соответственно, ссылочка, как всегда, под видео. Смотрите, покупайте, пользуйтесь. Все, всем удачи!